Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Volkswagen Amarok установили головное устройство на базе Android и камеру заднего вида. Магнитола с диагональю экрана 9 дюймов. Встает штатное место автомобиля через переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, по-штатному. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость и включается подсветка сенсорных клавиш вот здесь снизу. Бардачок вывели дополнительные USB-порты. Сюда можно подключить USB-модем для раздачи интернета, флешки с музыкой, с видео. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. На данный автомобиль крайне сложным была установка камеры заднего вида, потому что необходимо было тянуть проводку по низу автомобиля. Но все подключили, все установили и всю проводку спрятали в гофр. На данной магнитоле есть эквалайзер, вы сможете построить звук под свои предпочтения. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также здесь вы получаете все преимущества Android-системы, можно скачивать приложения из Play Market. Некоторые уже предустановлены, например, YouTube, Google Chrome. Также есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения. Взорванный немцами каскад Платин ГЭС. На магнитолу выводится информация об открытых дверях. И также выводится информация штатная по автомобилю. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование даже на сложные и нестандартные автомобили. И есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!